сегодняшнее видео расскажет вам о филиппинской шашлычке или шашлычной, как это правильно называется. Вот таких филиппинских шашлычек, шашлычных на острове Бахоль хоть пруд пруди, везде они, в общем-то, можно сказать, чуть ли не на каждом углу располагаются. Стоят такие брезентовые кафешки, где-то брезентовые, натянутые, где-то вот каким-то шифером, ну, закрывало, что под дождя, открытые кафешки, похожие на наши летники, где возле кафешек стоят мангалы, и тут жарят шашлыки. Вот, стоит здесь мангал, тут мангал стоит, шашлыки у них располагаются примерно вот так. Вот в таком виде, без всяких холодильников, каких-то морозильников, все накладывают, лежит это все в таких, в обычных условиях, без всяких замораживающих средств. Летают мухи, комары, никто ничего не отгоняет. Ну, в общем-то, как мне сказали, может быть, для вашей страны это ненормально, но для нашей страны это нормально. Вот. Ну, ладно. В общем, вот такие вот шашлычки. Вот здесь какие-то куриные, я не знаю, что такое, пищеводы, по-моему. Какие-то куриные головы, куриные лапки. Чего тут только нет. Да, вот это куриные лапки здесь. Какие-то вот эти колбаски, сосиски. Куриные грудки есть, куриные ножки, куриные крылышки. Так, давайте теперь по ценам. Ну, по ценам у меня был же репортаж про акации, да? How much pork adobo? 12? Так, 12 песо вот такая. How much it's? 15 песо сало. 10 голова стоит, да. Ну, в общем-то, да, примерно такой порядок цен. А, how much is 50? Это breast? Breast? Oh, leg. А, да, куриная ножка, это breast. Breast. How much is breast? 50 песо. Да, 50 песо ножка стоит, 50 песо стоит куриная грудка. А, this, how much? 12? How many grams? How many grams? 10? 5 grams? How many grams? No, 10? How many grams? 10 grams? 20 grams? How many grams? Excuse me, sir. How many grams? How many grams? I don't know. How many? 10 grams, 20 grams? А? How many? Но никто не может сказать, сколько здесь грамм. Ну, так, если разобраться, 12 песо за такой шашлычок, ну, в общем-то, не так уж и дорого. Но, может быть, в нем 10 грамм, получается, за 100 грамм это 120 песо, за килограмм 1200 песо. Ну, не знаю, у нас как бы в России где-то на всяких пляжах, где-то еще на ярмарках шашлык стоит примерно, свиной шашлык стоит примерно 300 рублей за килограмм. Ну, может быть, вроде как бы и кажется, что это дешево, но может быть оно и получится, что дорого. Ладно, как делаем мы? Мы приходим в такие кафешки, берем свое мясо. Где наше мясо, Андрей? Да, берем свое мясо, покупаем в магазине свое мясо. Вот это наше мясо. Мы взяли куриные грудки в маринаде по-моему, 100, там что-то такое, 160 песо за килограмм. Мы взяли семгу по 900 песо за килограмм и приходим сюда, в эту кафешку, даем 50 песо ребятам, и они нам это все жарят. Мы берем у них рис еще, потому что рис здесь, как бы, рис это хлеб. Вот, мы даем им свои грудки, даем полтинник, они нам все это жарят, еще добавляют маринада,
покупаем рис, покупаем, может, у них какие-то напитки, и сидим спокойно отдыхаем. Вот. А местные как бы берут вот эти вот шашлычки. Но мы считаем, что мы как бы русские, поэтому нам, ну, лучше взять в магазине все это, нам обойдется дешевле. Поэтому да, можно спокойно в это кафе прийти, купить свои продукты, дать ребятам, мангальщикам, вот этим уважаемым, они вам все пожарят за полтинник. Вот, здесь как бы главное выбрать, что вы хотите. Хотите купить свое — купите свое. Не хотите — купите у них. Как бы все так достаточно сравнительно недорого, на первый взгляд. Все, сейчас сидим, ждем нашу прожарку. Приятного аппетита!